Те изменения, которые произошли вот в последний учебный год, связанные с вступительной кампанией вузы и проведением централизованного экзамена и централизованного тестирования, с моей точки зрения, ну, достаточно опытного человека, пошли, конечно же, на пользу. Это и уменьшение нагрузки на учащихся, и на качество подготовки к централизованному экзамену и централизованному тестированию. Ну и немножко как бы упрощалось вступительная кампания. То есть я однозначно за, и не только я, а и мои коллеги, ну, достаточно позитивно оценили вот эти изменения.